При создании прокуратуры Петр I определил ее главные задачи – уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония. Они и сегодня не потеряли своей актуальности. Вот уже почти 300 лет надзорное ведомство охраняет правопорядок и законность в нашем государстве, защищая и восстанавливая нарушенные права граждан. На торжественном собрании, прошедшем в прокуратуре Карачаева-Черкесии, ее руководитель Александр Терещенко отметил, что ежегодно работники ведомства рассматривают порядка 2000 жалоб. Примерно четвертая часть из них удовлетворяется прокурором. Мы поднимаем большой пласт тех проблем, мы поднимаем большой пласт тех, значит, вопросов, которые необходимо решать, и те вопросы, которые, я считаю, мы успешно решаем. Да, наверное, у нас есть какие-то недостатки, наверное, они были, есть и будут в любом коллективе, но в большинстве случаев мы решаем все те проблемы, решаем их успешно, те задачи, которые перед нами стоят. Поздравляя своих коллег, прокурор пожелал им здоровья, благополучия, профессиональных успехов и служебного роста и приступил к церемонии награждения отличившихся работников ведомства. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые сегодня передают опыт новым поколениям. В этот день некоторым из них были вручены медали и знаки отличия за продолжительную и безупречную службу. Я хочу сказать огромное спасибо руководству прокуратуры и вам всем за теплые слова, за поздравления, за все те отношения хорошие, внимательные, чуткие отношения к нам, ветеранам со стороны вас. Огромное вам спасибо. Мы гордимся вами, вы достойно несете эстафету. Ведомственными наградами и различными поощрениями за успехи в службе были отмечены 37 работников прокуратуры. Каждый из них добился высоких результатов на ниве служения закону, честно и профессионально выполняя свою работу и внося значительный вклад в развитие региона, делая его безопасным и обеспечивая стабильное экономическое развитие. Я вас всех поздравляю с профессиональным праздником. Мы большую часть жизни проводим здесь, в этих стенах. И если мы хоть кому-то помогли, если хоть кто-то отсюда ушел удовлетворенный, значит, мы учились не зря, работали не зря. И все сегодня здесь собрались не зря. Всех вам благ! Борьба с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом – приоритетные направления прокурорской деятельности в ушедшем году. На мероприятии также было отмечено, что особое внимание органы прокуратуры обращали на состояние законности в сферах здравоохранения, социального обеспечения граждан, соблюдения их трудовых и жилищных прав. Новый год ставит новые задачи, и одна из важнейших – обеспечить открытость, честность и справедливость предстоящих выборов президента страны. Работа в этом направлении уже ведется. Большинство дел, которыми занимаются прокуроры, не терпят отлагательства. А это значит, что даже профессиональный праздник не повод для расслабления. И сразу после торжественного собрания прокуроры вернулись к своим непосредственным обязанностям. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.